Мужик самогон выгнал, а куда наливать, блядь, хуй ее знает, блядь. И сказал, смотри, блядь, о, банка из-под березовый сок, и там написано, на этикетке березовый сок. Он хоп туда, нахуй, самогонку, закрывает крышкой, нахуй, это, блядь, у нас, блядь, менты придут, блядь, найдут же, нахуй, ебаный рот. Как быть-то, блядь? Ну, он хоп, нахуй, за диван поставил. И сам так продумает, как может быть, а как они могут найти менты. Ну, берет, заходит за дверь, в роли себя мента поставил, ментов поставил и самого себя. Ну, выходит такой, стучит нахуй, тук-тук-тук, и сам себе отвечает, кто там? Мы с милицией, ну, заходите. Ну, раз, блядь, зашли, что за диваном стоит? Березовый сок, дай попробую, хуя, когда найдут, блядь. Ходил, блядь, давай я, блядь, сервант поставлю. Сервант поставил, заходит такой за дверь, блядь, опять стучит, и сам себе отвечает, блядь. Кто там? Дай мы с милицией, вон, заходите. Что в серванте, блядь? Березовый сок, дай попробую. Попробовал, нахуй, не найдут, нахуй, суки, блядь. Давай я, блядь, его поставлю, нахуй, блядь, в шифонер, блядь. Банку с самогонкой. Ну, чё, блядь, нахуй, хуяк заходит опять, стучит, блядь. Кто там? Мы с милицией, заходите. Что в шифонере? Да березовый сок. Ну, да, попробую, нахуй. Попробовал, блядь, поэтому не найдут, нахуй. Холодильник везде, куда бы ни ставил, везде вроде бы, блядь, должны найти, блядь. И, блядь, и поставил он уже, нахуй, ее, блядь, на стол, нахуй. Смотрит, блядь, стук такой, он уже сидит, блядь, стук такой. Он, кто там? Да это мы с милицией, блядь. Заходите, нахуй. Они заходят такие. Что такое, блядь, на столе стоит? Ну, березовый сок, менты. Ну, давай, дай попробуй. Да вы, блядь, уже какой раз заебали уже пробовать, нахуй. А так он это, да, нас? Да, он везде его, блядь, прятал и сам заходил, нахуй. Сам заходил, блядь, выходил и стучал, и себе отвечал. Заходите, нахуй, ебать, дай попробовать, что там, где там, что там, нахуй, ебать. И сам же пробовал, и напился, и до чертику, нахуй.